Всем привет, дорогие друзья, с вами Стро709, и сегодня, в честь своего дня рождения, я хочу вам показать небольшой, но праздничный механизм, и он добавит нам в Майнкрафт трехэтажный торт без модов. Поехали! Итак, как всегда, берем командный блок, ставим его и вписываем такую вот команду, ссылку на которую я оставлю в описании. Активируем командный блок и ждем построения нашего тортика. И вот, ребята, он... трехэтажный тортик в Майнкрафте абсолютно без модов. Вот так вот прикольно он выглядит. Состоит из трех этажей, то есть вот маленький самый кусочек, средний и большой. Весь минус этого тортика заключается только в том, что нельзя есть вот эти вот первый и второй этаж, или как это можно еще сказать. Вот эти вот кусочки кушать, к сожалению, нельзя, потому что это самые обычные головы. Мы их можем забрать и также вернуть. Да. Но прикольно, что мы можем есть вот эту вот нижнюю часть тортика. Как вы поняли, это самый обычный тортик, который у нас есть в обычных наших предметах. Вот он. И такие же самые тортики мы можем сами сделать, если у нас будут вот такие вот головы. Да, только поставить мы их все равно не сможем. Да. Жалко, конечно, ну ладно. Ну что ж, ребят, вот такой вот небольшой механизм. Я не стал заморачиваться насчет поиска механизма. И да, на этом все. Вот такой вот небольшой механизм. После этого ролика уже будут побольше механизмы выходить и побольше роликов на канале. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вы меня поздравите своими лайками. Да. Изнюхай. Надеюсь. Ты поставил лайк? Ну, тогда спасибо тебе, братан, и до скорых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Меня с днем рождения, а вам удачи и пока.